Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать о настенных пособиях из ткани от компании «Наивный мир». Для того, чтобы воспользоваться настенными пособиями, вам, во-первых, понадобится кусок ковролина или вот такая вот специальная основа. Ее можно стирать. Здесь есть 4 таких дырочки по краям. Есть в комплекте специальный шнурок, с помощью которого вы можете подвесить эту основу. Можно ее повесить вертикально или горизонтально. Вы можете повесить это в каком-то уголке в комнате ребенка, куда он сможет подходить и сам играть. Либо вы можете сворачивать и доставать эту основу на время занятий. На упаковке есть значок, что можно стирать и даже гладить эту основу. Мягкие настенные пособия, о которых я сейчас расскажу, идеально подходят для развивающих занятий с ребенком. Будь то занятия дома с мамой или занятия в каких-то группах, в детском саду. Педагоги раннего развития и логопеды давно знают о таком пособии, как фланелеграф или ковролинограф. Это и есть вот такая вот ковролиновая основа и специальные картинки, которые тоже сделаны из ткани. Кто идет по дорожке? Кто это? Собака. А как она говорит? Аф-аф-аф-аф. Ну, давай приклеим куда-нибудь сюда собаку. Да. Найди какое-нибудь место для нее. Это набор домашних животных в сочетании с детальками из набора фигур. Здесь 10 разных животных, их можно посчитать. Можно... Они могут... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Давай пальчиком. Давай пальчиком. Нет, я... Раз. Два. 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Они могут друг с другом разговаривать, да? Вот, например, повстречались на дороге корова и лошадь. Корова что говорит? Привет. А лошадь что ей отвечает? Привет. А дальше что? Пришла свинья? Да. Что она им говорит? Она врезалась в них. И она врезалась в корову, да? А что потом произошло? Авария. Авария, понятно. Курочку. Давай, положи в середину. Приклей в середину. Ку-ку-ку. Клади. Хорошо, теперь сверху над курочкой прикрепи, пожалуйста, петушка. Где петушка? Это ее папа? Над курочкой. Да. Давай. Вот так. А теперь под курочкой прикрепи, пожалуйста, утенка. Это ее... А что значит под курочкой? Значит внизу, под курочкой. Да. А теперь, пожалуйста, слева от курочки прикрепи зайчика. Слева. Это под курочкой, а надо слева от курочки. Вот здесь. Ага. А справа от курочки прикрепи кого хочешь. Давай, свинь. Хорошо. Теперь закрывай глаза и считай до 3. Раз, два, три. Открывай. 4. Кто убежал? Кто убежал? Поросенок. Поросенок, правильно.